Великий православный праздник Крещения Господня празднуется ежегодно 19 января. Он является одним из главных христианских праздников. Этот праздник установлен в память о том дне, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан. С тех пор раз в году вся вода в мире становится священной и чудотворной, так гласит предание. Как уже стало доброй традицией, крещение широко отмечают жители села Натырбово и его гости. Дорогие односельчане, жители Натырбовцы и все гости, которые приехавшие в наше село, всех вас поздравляем с праздником, с крещением Господним. Хочется немножко рассказать об этом празднике. Когда до Спасителя еще был послан великий пророк Божий Иоанн Креститель, который ходил и проповедовал людей, потому что в то время было много уже людей, которые не осознавали ни добра, ни зла, делали и творили много беззаконий. И тогда он проповедовал о том, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И он всех крестил водою, всех приводил на Иордан и крестил водой. Но он говорил всем, что идет за мною более меня, который я недостоин даже сапоги развязать. И пришло время то, когда пришел Спаситель, исполнить то все, что совершилось, что должно было совершиться, креститься на реке Иордан для того, чтобы все увидели схождение Духа Святаго и уверовали. И когда он пришел на реку, когда в очередной раз Иоанн Креститель крестил водою, то Иоанн Креститель усомнился, говорит, как я могу Спасителя и сам крестить? Мне достоит от вас принять крещение. Но Спаситель сказал ему, что все совершилось, что не переживай, все, что должно быть, то должно быть. И когда Спаситель зашел в воду, то, как нам повествует в Евангелии, он поднялся над водою, и Дух начал сходить на него. И мы также по Евангелию слышим дальше повествование о том, что был голос небесей, сказано было, что сей Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих. Итак, вот сегодня мы все с вами празднуем этот праздник. Хотела сказать немножко о воде, той, которую все мы с вами набираем в храмах, все набираем для хранения. Вода в этот день именно приобретает нетленный образ, то есть она может храниться годами, она даже не один год, и многие года хранится, она не пропадает, не меняет своего свойства. Эту воду мы всегда принимаем натощак, когда болеем, когда недугах каких-то. Принимаем натощак, чтобы исцелиться и попросить о помощи в своих болезнях и во всех своих делах. Всех я вас еще раз поздравляю сердечно с праздником, с крещением Господним. Вот. Также хотелось всем пожелать мира, добра, благополучия, процветания, самое главное здоровье, и чтобы Господь каждому по вере Его даровал здравие и спасение. И вот скажите, пожалуйста, вот именно по Натырбовскому поселению, да, по вашему мнению, количество желающих вот искупаться в прорубь увеличивается или уменьшается? Да, с каждым годом количество увеличивается, потому что, ну вот мы как бы служим молебен днем, но в 12 часов ночи, допустим, многие заявили желание, и я знаю, что уже на данный момент в этом году человек 30-40 искупалось, потому что здесь как бы это организовано, люди на невольке также делают себе купели, ну как бы своими семьями, даже палатками выезжают, и с каждым годом все больше и больше. Основным моментом этого праздника является водосвятие, которое проходит в храмах и на водоемах. Специально вырубается прорубь в виде креста. Священнослужитель, в свою очередь, трижды окунает распятие и произносит слова молитвы, после чего все желающие могут окунуться в эту прорубь. Такова воля да Господь, почерпите воду с весельем от источник спасения, речеши в день он, исповедайтесь о Господе, призовите имя Его, возвестите во языцах славу Его. Мир всем, Духа Твоему, премудрость, прокинь на вас третий Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого боюсь. Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого освящение наше. Эти славы и благодарения поклоним и восславим с обезначальным Отцем, Пресвятым, Благим, Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во Иордане крещающийся Тебе, Господи, пророческое есть упокоение ради Тебя, получили присущи Тебя, возлюбляйте Сына и Святое, и Дух, и Дело Бедняя.
поклоняющийся Тебе, Господи. С праздником вас! Спаси Господи, батюшка! С праздником вас! С крещением Господним! Следует отметить, что в проруби окунаются не только взрослые, но и дети. Каждый год я купаюсь на крещение, только пару раз пропустила. Это очень классно, незабываемое ощущение. Вообще не холодно, особенно после первого раза. Нет, ни разу не болела. Администрация поселения, в свою очередь, организовала горячее питание для всех присутствующих, а работники сельского дома культуры радовали их своими песнями. На мероприятии присутствовал глава района Заур Хаймирзов. Он поздравил всех присутствующих с этим замечательным праздником. А жители Волинского сельского поселения в этот раз праздник отметили со своими добрыми соседями, жителями города Лабинска. Мы с вами находимся на левом берегу реки Лаба в районе села Вольного. Здесь сейчас проходят мероприятия, связанные с празднованием крещения Господнего. Значит, организатором всего этого мероприятия выступила администрация муниципального образования город Лабинск. Они обратились с просьбой к главе администрации Кашхавского района для того, чтобы он разрешил проведение этих мероприятий на нашей стороне, на территории Кашхавского района. Это связано с обеспечением безопасности людей, которые будут проводить купание в Иордане. Значит, основное русло реки Лабы осенью 2017 года прошло по территории Лабинского района. И с тем, чтобы обеспечить безопасность людей, как я уже говорил, администрация обратилась с просьбой к главе, чтобы он разрешил проведение мероприятия на нашей территории. Значит, все обеспечение безопасности проводилось силами муниципального образования город Лабинск. Значит, спасатели Лабинского отделения Кубань-Спаса, служба медицины катастроф, пожарная охрана, милиция, все это обслуживалось силами муниципального образования город Лабинск. Значит, с нашей стороны здесь также присутствовал наряд межмуниципального отдела МВД России Кашихавский, который совместно с полицией города Лабинска обеспечивал безопасность данного мероприятия. Все запланированные мероприятия прошли организованно, без эксцессов, без возникновения каких-нибудь чрезвычайных ситуаций и происшествий. После праздничной литургии, совершив крестный ход, сотни верующих окунулись в воды реки Лаба. От Марка Святого Евангелия чтение. Во время оно прийде Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна в Иордане, и ады восходя от воды, виде разводящиеся небеса, и дух, як околок, сходящ нань, и глас быш небесе, ты сын мой возлюбленный, по ним же благоволих. Слава
помолимся. Вечнем мире спасение души нашей, Господу помолимся. Если освятимся водами сим, силы действием и наитием Святого Духа, Господу помолимся. О, ежесть, исходите на воды, все очистительное присущественное Троице действо, Господу помолимся. О, ежесть, даровать все благодать и избавление, благословение Иорданова, силу действием и наитием Святого Духа, Господу помолимся. О, ежесть, сокрушитесь о сатане под ногами нашего скорее, и разоритесь всякому совету лукавому, движему на нас, Господу помолимся. Якуда Господь Бог наш измет нас от всякого навета и искушения сопротивника, и достойных соделывает обещанных благ, Господу помолимся. О, еже просветися нам просвещением разума и благочестия, и наитием Святого Духа, Господу помолимся. О, еже снизпослати Господу Богу благословение Иорданова, и освятите воды сия, Господу помолимся. О, еже быть во действие освящение дару грехов, избавления во исцеление души и тела, и на всякую пользу изрядную, Господу помолимся. О, еже быть во действие искачущий в жизнь вечную, Господу помолимся. О, еже явитесь ей отгнанию всякого навета видимых и невидимых врагов, Господу помолимся. О, чествующих и емлющих ее во освящение домов, Господу помолимся. О, еже быть и сей во очищение души телесным с верою, терплющим и причащающимся от нея, Господу помолимся. О, еже сподобитесь нам исполнитесь освящение вод сих причащением невидимым явлением Святого Духа, Господу помолимся. О, еже услышите Господу Богу глас моления нас грешник и помиловать нас, Господу помолимся. Избавитесь от нас от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Велись, Господи, чудо дела Твоя, единожды слово довольно будет пение чудес Твоих. Велись, Господи, чудно дела Твоя, единожды слово довольно будет пение чудес Твоих. Велись, Господи, и дивно дела Твоя, чудно дела Твоя, единожды слово довольно будет пение чудес Твоих. Ты Бог, отенем одни случаи, выжепите бреды всяческая. Твои державы содержишь и твар, твоим промыслом строишь и мир. Ты четыре стихи твар сочинивый, четырьми времени круг лета венчались. Тебе трепещут умные все силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны, тебе работают источницы. Ты прострелился и небо, как кожу. Ты утвердился землю на водах, ты оградились и море песком, ты код дыхания воздух излиялись, ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются, ночи тихо рвимящиеся крылатые серафимы, окры стоящие, обитающие, страхом неприступные славы твои покрываются, ты боишься Бог Сын неописанный, безначальный же и незглаголанный, пришел истинно на землю, зрак раба приим, подобие человечеству был, небо терпел и владыко, милосердие ради милости твоя, третий от дьявола мучимого рода человеча,
но пришел и спас и нас. Исповедуем благодать, проповедуем милость, и таим благодеяние, и святка наших родов освободились, девственную святились и утробу, Рождеством Твоим вся тварь воспевает Тя, явшегося, ибо Бог наш на земле явился Иси, и человеки пожилиси, Ты иорданские струилы светилиси, и бесенец пославился Дага Твоего Духа, и главы там огнездящиеся сокрушились и змеем, самого человека любче царю, приди ныне наитимся Дага Твоего Духа, и освети воды сию. Самого человека любче царю, приди ныне наитимся Дага Твоего Духа, и освети воду сию. Самого человека любче царю, приди ныне наитимся Дага Твоего Духа, и освети воду сию. И дальше благодать, избавление и благословение Иорданова, сотвори ее, нетление источник, освящение дар, грехов разрешение, недугов исцеление, демонов погубительную, сопротивным силам неприступную, ангельские крепости исполнену, да все почерпающие и причащающиеся имеют ее к очищению души телес. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, исцелися поклонение, роди, Бога свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Тебе, Господи, мы с удовольствием пришли, и мне сказали, из Вольного пришли крестный ход, так что мы объединились, нам делить нечего. Вот, мы все под Богом ходим, все православные, ценим это и молимся, чтобы действительно, главное был мир, взаимопонимание между народами, между всеми конфессиями, чтобы было согласие, действительно, чтобы, потому что сейчас очень много, как говорится, и извне врагов. Поэтому дай Бог, чтобы в нашем государстве было только взаимопонимание. Вот. Крестный ход – это действительно такое объединяющее шествие. Это называется на Иордан, вот, потому что в Израиле есть речка Иордан, где Господь вышел впервые на проповедь, когда ему исполнилось 30 лет по закону Ветхого Завета, принял крещение от Иоанна, освятил воды. Вот. И вот мы из года в год, 19 января, по новому стилю, совершаем освящение, как я уже сказал в своем слове. Потому что природа нуждается в обновлении,
Вот. И вот, а вода – это главный источник жизни. И мы освящаем воды и в колодцы, и в храмах. Люди берут эту воду домой и хранят ее по несколько лет. Она не портится. И спевает натощак, и причащает с благоговением. Она действительно дает исцеление и души, и тела. Три человека изъявили желание именно в этот день принять крещение вот в речке. И мы подготовили их, спросили, и они вот сейчас приняли крещение таинство. Вот это впервые, по крайней мере, на моей практике, что именно в сам праздник крещения, именно в речке. А так мы совершаем в храмах обычно крещение. Но я знаю, есть во многих городах и весях, и что именно люди готовятся к этому дню и выходят на речку, на Иордан и совершают таинство крещения. Да.